Ольга Бузова публично извинилась перед своим другом Егором Кридом за шутку, будто о дуэте с ней певец может только мечтать. В обмен на прощение исполнитель потребовал у теледивы признать свою вину публично, поскольку предыдущее заявление певица также не постеснялась обнародовать. Я с тобой уже записывала сторис. Хочу сказать всем, что я очень люблю Егора Крида. Врет же, врет. Нет, ну скажите, что я не вру. И надо извиниться еще перед всеми. Да, я уже перед тобой извинилась. А перед ними? Извиняюсь. Накануне Бузова Крид, а также Виктория Диджей Смэш поучаствовали в громком концерте, который состоялся в одном из самых элитных клубов Дубая. Оба артиста порадовали русскоязычную публику песнями, а знаменитый диджей и бывшая участница Дома 2 и по совместительству модель устроились за пультом, ставя зажигательные треки и танцуя вместе с толпой. Боня упомянула в своем инстаграм, что Бузова спешила домой в Россию, поэтому не задержалась на вечеринке, а быстро уехала в гостиницу. Тем не менее, звездные друзья грандиозно провели вечер. Бузова с Егором Кридом также успели помириться, хотя история их ссоры так и остается не до конца понятой поклонниками. Так или иначе, теледива успела принести извинения другу в социальных сетях. Фолловеры певицы одобрили такое решение и искренне надеются на скорую премьеру совместной композиции Бузова и Крида.